Я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова. Для того, чтобы вести ваш бизнес либо какой-то проект через социальные сети, вам нужно какое-то движение на странице в социальных сетях. Итак, нашла сервис, называется SocPower. Сервис, который повышает эффективность страницы ВКонтакте от 50 до 300% за 10 рублей в день. Главный товар 21 века. Повышай внимание к своей странице ВКонтакте и продавай больше услуг и товаров. Что здесь есть? Какой функционал? Автолайкинг постов и фото друзей для постоянного привлечения внимания. Дополнительные фильтры, чтобы привлекать внимание только нужных вам людей. Автолайкинг холодной аудитории потенциальных клиентов по специальным настройкам. Автоматический просмотр сториз для привлечения внимания. Вот этот вот функционал мне очень нравится. Скоро будет внедрен, программа будет от вашего имени ставить лайк на историю, а когда ставится лайк на историю, то идет оповещение, сообщение в личку партнерам. Это очень важно. Человек, вот 99% будет заходить на вашу страницу и смотреть, чем вы занимаетесь. А, соответственно, вы чем занимаетесь? У вас стоит пост. Обязательно закрепленный пост у вас. И ваша ссылочка на проект и хэштеги. Вот человек будет заходить и смотреть, чем вы занимаетесь. А нам надо привлекать внимание аудитории. Автоматический прием в друзья с рассылкой приветственных сообщений. Ну, сообщения я не люблю рассылать, а вот автоматический прием в друзья, эту функцию очень хорошо использовать. Ежедневный охват до 500 человек новой аудитории или утепление имеющихся подписчиков всего за 10 рублей в день. То есть 300 рублей в месяц, 10 рублей в день. Здесь коротенькое видео, как пользоваться сервисом. Кому подойдет сервис? Блогерам, предпринимателям, SMM-щикам, фрилансерам. Это безопасно для моей страницы? Да, мы используем выделенные IP, которые позволяют не выходить за лимиты ВКонтакте и сохранять свою страницу в полной безопасности. Почему это повышает эффективность моей страницы? Люди любят внимание. Когда они видят, что вы каждый день ставите им лайки на их посты, смотрите их сторис и многое другое, то они начинают обращать внимание и на вас. Вы отдаете свое внимание, чтобы они отдали свое. Не выглядит это как спам. SocPower имеет удобные системы настройки, которые позволяют создать эффект реальности. Вы можете настроить таким образом, что никто даже не заподозрит в использовании какого-то сервиса. Кстати, этот человек, который мне предложил сервис, я же захожу, смотрю, кто смотрит мои истории, мне интересно. И он каждый день смотрит мои истории. Оказывается, эта программа смотрела мои истории, а я-то об этом и не знала. Поэтому я хочу тоже, что я якобы буду просматривать чужие истории, а люди будут ко мне заходить. Мне нужно будет подключать дополнительный сервис или антикапчу? Нет, мы позаботились о вас, подключили все за вас. У нас есть сервисы, которые на автомате обрабатывают вам всю капчу. Сколько стоит ваш сервис? 10 рублей в день за один аккаунт. Ну, соответственно, если вы два подключите, будет 20 рублей в день. Итак, пойдемте регистрироваться. Не зарегистрированы. Итак, регистрация. Здесь пишем почту, пароль, повторяем пароль. Итак, бонус для новых пользователей. От 300 рублей, если вы пополняете, пока идет время, у вас всего 15 минут. Кладете 500 рублей, у вас будет 1000 на балансе. Поэтому пополняем баланс быстренько. Сумма 500 рублей. У меня есть денежка на Сбербанк. Нажимаем «Оплатить», выбираем здесь банковскую карту, MasterCard, Maestro, Visa, Мир. У меня есть банковская карта Мир. Вот здесь вот мы пишем номер карты, срок действия, код автосписания я не разрешаю. Нужна квитанция, заплатить 500 рублей. Все, я начинаю оплачивать. И вводим мы пароль. Сейчас посмотрим, дадут мне еще 500 рублей или нет. Вернуться в магазин. 1000 рублей, видите, на балансе. То есть не обманули, все нормально. Сейчас будем добавлять профили. Итак, авторизовались, добавили мы профиль ВКонтакте и теперь настраиваем. Что мы будем лайкать? Новые записи со стен, новые фотографии. Вот здесь сервис будет взаимодействовать с новыми постами, которые ваши друзья разместили на своей стене ВКонтакте. Новые фотографии. Сервис будет взаимодействовать с новыми фотографиями, которые ваши друзья добавили на свою страницу ВКонтакте.
Новые фотографии на стенах будут лайкать. Друзей мы лайкаем. Будет ставить лайки вашим друзьям по выбранным фильтрам. На кого подписан, будет лайкать. Скрытые источники. Будет ставить лайки тем вашим друзьям, кто является пользователем закрытой страницы ВКонтакте. Здесь вы можете лайкать репосты, вложения. Вот, просматривать истории надо еще. Сервис будет просматривать истории ваших друзей. Бесплатное для пользования сервиса. 400 лайков в сутки можно. Ну, пока поставим 300. Максимум на друга лайкать. Здесь мы можем поставить фильтры. Например, с 8 утра до 23 часов. Можно круглосуточно. Стоп слова. Здесь список для лайкинга. Если вы желаете. Вот, нажимаем сохранить. Все, вот здесь вот курсор включаем, и здесь будет зелененькое включено. И вот здесь будет отображаться, сколько лайков сегодня, сколько лайков всего, сколько историй просмотрено. И ставка 10 рублей в день. И будет принимать в друзья. Вот, видите, и уже мою запись оценивают. То есть взаимодействие с моими друзьями. А друзей у меня 5915, 386 подписчиков. Здесь у меня закрепленная запись на проект «Всем миром». Здесь вот мои скрины переводов. И все. Здесь мы будем отслеживать. Свою ссылочку я оставляю под видео. Пока-пока.